Ребят, всем привет! У нас на обзоре сегодня Golf R 2012 год. Это двухлитровый экземпляр, который имеет 270 лошадок. У нас основной удар пришелся по переду. У нас к замене капот. Вы видите, левое крыло. Пошел немножко лонжерон. Нету пластика. Радиаторы вроде бы с виду все целые. Вырвано, как бы вырван радиатор турбины, вы видите, да, патрубок слетел. Автомобиль заводится и едет. У нас небольшое повреждение воздушного коллектора, да, вы видите, здесь трещины, дырка. Здесь по фаре, фара у нас болтается, крепление, я думаю, сломано. Автомобиль заводится и едет, сейчас сделаем небольшой драйв-тест. Заведи, пожалуйста, его. Вы видите, да, то есть вперед-назад. То есть это механическая коробка передач данного автомобиля. Все, глуши. Автомобиль отправляется в Украину. Диапазон цен, ребят, этих автомобилей до 5000 долларов. Если хотите приобретать что-то подобное. На автомобиле стоят 18 диски. Пробито два колеса с правой стороны. Протесана вся бочина у нас, как покраски, крыло, крихтовки. К работе дверь, к работе задняя четверть. На автомобиле 69 тысяч миль пробег. Безопасность вся целая. Выбита. Вот у нас выбита форточка. В автомобиле возили какое-то животное. Все в шерсти. Это или собака, или кошка. То есть очень грязно. Черный кожаный салон. Черный потолок. Нет люка. Автомобиль пришел с аукциона с двумя ключами. Вот один ключ. Второй лежит вот здесь у нас. Механическая шестиступенчатая коробка передач, да, то есть вы видите. Опять же повторюсь, диапазон цен до 5000 долларов. Вот так вот выглядит автомобиль сзади. Полностью целая задняя часть. Сейчас покажу вам, что у нас в багажнике. По этой стороне у нас два целых колеса, полностью накачанных. А протесана немного дверь. К замене крыло. Задняя четверть у нас вся целая. Мы уже, как вы видите, заклеили. У нас идет небольшой дождик. Все заклеили, чтобы не попадала влага вовнутрь. Итак, что лежало в багажнике? В багажнике у нас лежал вот этот кусочек бампера. Кусочек, потому что он весь порванный. Целая на этом бампере у нас есть противотуманка, омыватель. Он стоит на месте. Здесь крышка есть. Повторители с обоих сторон. Осталась целой решеточка. Одна. Имеется еще один повторитель и еще один омыватель. Вот это все, что целое, еще какие-то пластики с этого бампера, все, что целое, будем складывать в данный автомобиль, отправлять хозяина. Также у нас есть очень много всякого рода ломаного пластика. Ребят, мы ничего не выбрасываем, все в таком состоянии будем отправлять. Там ребята уже пускай паяют, смотрят, что им нужно дозаказать, что нужно купить, что можно восстановить и так далее. Здесь лежит часть зеркала с разбитой частью, да, то есть с разбитым зеркалом самим. Внутри мы имеем докатку, имеем ремкомплект, имеется секретка. Вот такой вот автомобиль был приобретен одним из наших клиентов в Украину. Ребят, хотите приобретать что-то подобное? Плюс 1-267-632-4774. Вайбер, ватсап, пишите, звоните. Предоставим вам любой аккаунт. Поможем выбрать автомобиль. Или вы сами выберете автомобиль. Поможем его доставить, пройти таможню, сертифицировать, сделать ремонт, если это необходимо. Сей Моторс, весь спектр услуг. Добро пожаловать за покупками автомобилей, машины, комплекта, запчастей. С вами был Владимир Толочко, компания Sell Motors. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал.